В детском саду «Малышок» поселка Новомихайловского дети, воспитатели и родители провели торжественный парад, посвященный Дню Победы. Кульминацией праздника стала всероссийская акция «Сирень Победы». Вместе с ребятами 73-ю годовщину отметила и наша съемочная группа. Все знают этот праздник. Участникам парада от 3 до 6 лет. Они знают, что такое Великая Отечественная война и как пережили ее ветераны. Ведь патриотическому воспитанию в детском саду «Малышок» уделяют особое внимание. Я думаю, что это всегда было важно. Нужно помнить тех, кто отдал жизнь, отдал свое здоровье и освободил нашу страну, освободил, обеспечил наше будущее прекрасно. Мой прадедушка, он воевал, те, кто воевал для нас, погибшие, мы для них устраиваем парад праздничный, чтобы вспоминать о них. К этому параду воспитанники готовились несколько недель. В шествии задействован каждый. Малыши маршируют и подают сигналы флажками. Ребята постарше представляют театрализованные сценки на тему войны и читают стихотворения. Счастливый день Победы, день устраивает народ! Очень много уделяется времени, места музыкальному образованию детей. Дети с большим удовольствием идут на музыкальные занятия. Ну а праздник День Великой Победы – это святое. Это у нас традиция в детском саду. Мы отмечаем каждый раз необычно, каждый раз по-новому. В этом году вот решили с песнями, с танцами, с акцией высадки сирени. В честь праздника по всей России проходит акция «Сирень Победы». Не остался в стороне и малышок. Зеленый уголок детского сада пополняется новыми кустами сирени, символами победной весны 45-го года. Тогда в тот день, этот день был весной, и в тот день расцветала сирень. Благодаря подвигу советских солдат эти дети, как и миллионы других, живут сегодня в мире. Парад малышей ко Дню Победы – возможность сказать спасибо тем, кто сражался за нашу страну, рассказать ребятам о том страшном времени, чтобы в будущем они не допустили войны. Игорь Хворостянов, Юлия Хворостянова, Алексей Кузьмин, Аркадий Коваленко, телеканал «Орленок ТВ».